Yeah, ready? Race for the top position. Ну что, подъехали потихоньку. Я не знаю, может быть, из-за моего интернета, но мне так чуть-чуть дальше тормаживание не идет. Ну, вижу сразу, что такое новшество для Утрана — это дрифт. То, чего не было в тех частях, которые я показывал на фастфуде. Понятное дело, что графика — это уже совсем другой уровень, но общая линия игры, общий смысл игры, видимо, сохранился с той самой первой и самой версии Утрана, которая выходила на аркадных автоматах. То есть опять у нас здесь несколько вариантов трассы, развилки. Да, ну вот это вот, конечно, нововведение, наверное, так это можно назвать. Это вот заносы, дрифты. Ну и плюс, да, возможность вот отправлять в полный нокаут своих соперников. Кстати, тоже неплохая такая находка. Добавляет экшена к игре. Чем-то становится похожим на классический какой-нибудь Need for Speed. Ну, первое место. Ну тут да, как и в любой другой игре, первым делом нужно понять принцип езды автомобиля, физику, и самому немного приловчиться к новым условиям. Так, вот это вот режим какой-то странный. Тут прям получается полноценная гонка, потому что 6 соперников и определенная дистанция. То есть это не классический Outrun. Ну, на приставке понятно с графикой. Опа! Это, конечно, авария так авария. Действительно, чем-то напоминает вот эти вот городские гонки типа Need for Speed. Здесь, значит, гонка на время, плюс еще необходимо бороться с соперником. Интересно, довольно-таки сделали из Outrun'а какую-то гоночную серию, поскольку как таковыми гонками игра никогда не была, в том смысле, что это никогда не приходилось гоняться, скажем, с более-менее сложным компьютерным соперником. Если присутствовал какой-то конкурент твой на трассе, то он так был там только для галочки. А в основном борьба происходила со временем, то есть нужно было за определенное время успеть проехать, опять-таки, определенный участок трассы. Здесь, я смотрю, немножко или режим другой, или полностью переработали концепцию, то есть что-то осталось от старого доброго Outrun'а, а вот внесли какую-то новизну таким способом. Ну вот, да, дрифт, очень зрелищная графика, яркая. Смена локаций, мосты, прорисовка. Ну, плюс реклама, конечно, на щитах. Не без этого.
А, эмулятор моря не показывает, вот так вот, да? Интересно. Race for the top position. Опять же, старт шестой позиции, определенная дистанция дается и время. Ну, от классического трана-то, я так скажу, мало что здесь в этом режиме игры осталось. Решили, видимо, разработчики как-то разнообразить, освежить игру. Интересно было бы, конечно, узнать на этот счет вот, мнение поклонников игры, которые помнят ее с самого первого, самой первой версии аркадных автоматов. Я чувствую, что достаточно неплохо так критиковали, видимо, этот режим игры. По идее, так я все-таки надеюсь, что здесь и присутствует и классический режим в этой версии. А так игра, в принципе, превращается в обычные гонки. Ну, плюс сохранена оригинальная музыка. Если бы еще и музыку урезали бы, вообще непонятно. Так, сейчас во время дрифта было интересно, игра вроде бы двигалась по той же скорости в автомобиле, то есть все было сохранено, а музыка так заметно подлагивала, так заторможенно играла. Нет, это естественно, когда игра не стоит на месте и развивается. Прекрасно мы видим по версии Outrun 2006, классической этой игры. Наверное, так и должно быть, потому что нет смысла даже коммерческого клонировать подобные друг другу игры. Понятно, что с наступлением эры PlayStation 2 и заметно лучше график, и необходимо было как-то освежить игру. Тут, конечно, критиковать по этому поводу, наверное, не стоит разработчиков. Ну, у нас сегодня такое стихийное продолжение вчерашнего, видимо, выпуска фастфуда, потому что и вчера мы усиленно играли в Outrun, вспоминали предыдущие версии. Вчера пытались вот на стриме запустить с приставки PS2 PO, не получилось, и сегодня тоже с большими трудностями, но удалось запустить на эмуляторе. Так, а вот, видимо, что-то похожее на классическую версию Outrun'а. Слева карта с развилками. Сейчас вот и посмотрим. Ну, дрифт практически идеальный. Причем здесь, вот в этой версии игры, столкновение с соперником не несет такой серьезной опасности для игрока в плане потери времени. То есть в оригинальных версиях столкновение с машинами, которые едут по трассе, означало значительная потеря времени. Здесь это просто такой легкий удар, который не влечет за собой серьезную потерю скорости. Ну, соперники на трассе отмечены особым образом, чтобы их не спутать, скажем так, с рядовыми автомобилями.
запустил я первую развилку. Вот. А причем возле каждой развилки есть указатель, то есть или налево, или направо со словом easy, то есть подсказывает выбор легкого направления, насколько я понял. В плане, конечно, пейзажа здесь просто шикарно. Замки, сельская местность и городские ландшафты, ну просто замечательно. Какие эмоции у пассажира автомобиля? Активно жестикулирует, выкрикивает даже какие-то там, видимо, ругательства. Подбил сейчас соперника целенаправленно. Даже вот подсказки, есть следующий этап, индустриальный комплекс, промышленный комплекс, видимо, очень правильный будет. Ну да, такой даже пейзажи такие футуристические даже несколько. Очень красиво. Тут можно просто засмотреться на окружающую обстановку, на ландшафт, на пейзаж и просто перестать следить вообще за трассой. Отличная прорисовка окружающей местности, наверное, просто будет отвлекать от игрового процесса. Ну, это вот, скажем так, первое впечатление об игре, потому что это фактически вообще не то, что First Run, а просто первый раз удается смотреть версию OutRun, да и мы слышим, ладно, к сожалению, пока только на эмуляторе, но пиво обещает стрим с живой приставки. Надеюсь, что все-таки мы это увидим когда-нибудь. Последний уровень, этап, вернее, по времени прекрасно вписывается. Дрифт идеальнейший. Ну, за 7 секунд еще осталось в запасе. Причем, что интересно, черная Феррари. Так, ну, возможность выбора нескольких разных, вернее, автомобилей. Это то, что пришло, наверное, в OutRun, в третьей части OutRun, когда появился множественный выбор разных авто. Ну, еще разок для закрепления прохождения разных маршрутов. То есть тот самый классический OutRun с возможностью выбора развилок и с борьбой со временем. То есть то, что в принципе-то отличало эту игру от всех остальных гоночных симуляторов и стало впоследствии, наверное, все-таки визитной карточкой данной игры.
я не знаю, смотря что считать Outrun 2, там, на какой платформе-то? То есть, как таковой-то не было названия Outrun 2, 3, они назывались по-разному. Был Turbo Outrun, Outrunners были, потом была такая футуристическая версия Outrun 2019, если не ошибаюсь. Потом наступила эра уже PlayStation, вот. Ну, в данном случае Outrun 2006 вообще. То есть фактически нумерация она такая. Да, конечно, несколько. Еще раз говорю, нумерация она такая относительная, потому что как таковой нумерации просто не существовало, были просто разные названия игры, и они, в принципе, были похожи друг на друга и в плане концепции, и в плане графики, графической реализации. Но они были как бы продолжением друг друга. Скажем, вот первая часть Outrun оригинальная, вернее, ну, она заметно отличалась уже от второй части Turbo Outrun. Там во второй части просто концепция была переделана, там отсутствовали вот эти классические развилки, ввели возможность применения турбо в автомобиле. То есть концепция полностью была изменена, и уже в третьей части Outrunners вновь вернулась возможность выбора развилок по ходу гонки, то есть разработчики вновь вернулись к оригинальной идее Outrun. Ну, тут я вижу Outrun и Outrun 2 SP. Возможно, они там отличаются, наверное, режимами игры, может быть, все-таки. Левая развилка — легкий путь, правая развилка — более сложный путь. Это подтверждает, наверное, широко распространенную легенду о том, что если постоянно выбирать левую развилку, то этот путь окажется самым простым, чем, скажем, будешь выбирать постоянно правый поворот. В первых версиях Outrun этот миф не подтверждался. Можно было проехать совершенно по-разному и один раз проехать достаточно комфортно, легко по той же трассе, а второй раз в том же направлении, если поехать, можно так реально нарваться на такой неслабый трафик. Поэтому миф тогда был мифом, а здесь, видимо, решили так сыграть на этом мифе немножко и сделали левый поворот как изи, правый как хард. Не знаю, насколько это сознательно было сделано, но получается достаточно забавно. Здесь уже даже музыку да со словами вставили. Причем такая музыка, на мой взгляд, по крайней мере, не очень соответствует гоночной тематике. Ну, вот пассажирка авто, периодически водителя нашего подбадривает, появляют эти сердечки, видимо, одобряет стиль вождения.
Ну, третий этап. Достаточно легко идет. То есть, или уже так ты его привык к игре, адаптировался в ней, или действительно пилотирование здесь не очень сложное, и время здесь дается достаточно запасом для того, чтобы комфортно финишировать, доехать до финишной линии. То есть, не знаю, насколько там по сложности игра, сколько баллов из 10 там можно характеризовать ее сложность, но на первый взгляд, вот так со стороны, не играя самому, кажется, что в принципе игра не очень сложная. Ну, подсказываю, следующий этап джунгли. Еще одно новшество, наверное, Outrun, никаких подсказок до этого не было. По крайней мере, в старых версиях игры. Достаточно тоже любопытная локация. И поворотники стоят, подсказывают. И местность такая зеленая, водопады красивые сделаны. В общем, в плане прорисовки, конечно, детализации и графики, и конкуренции, конечно, старались. Воспользовались всеми возможностями игровой консоли. Действительно, сделали яркую игру. Да и в плане геймплея, наверное, она не уступает. Ну, первая серьезная такая авария. А что, кстати, с видом? Один вид? Нет из кабины или там каких-то других камер. Вот, наверное, сохранили здесь оригинальный вид Outrun'а. Ага, вот так вот есть. Я к чему? Потому что я играю в гонки, по жизни привык к хардкору, поэтому если есть возможность, например, выставить вид из кабины или хотя бы вот, чтобы был виден капот, то я всегда это делаю. Не, вот такой вид от фар, скажем так, да, он очень экстремальный. Здесь чувствуется скорость, и просто можно потерять просто всякую ориентацию. Поэтому я еще раз повторю, что если есть возможность, всегда ставлю вид из кабины, чтобы был виден руль. Ну или, как сейчас, да, максимально такой приближенный к тому виду, который я привык. Но это дело силы привычки, на самом деле. Кто-то вот любит, когда автомобиль целиком виден, чтобы максимально лучше можно было чувствовать габариты. Короче, заставил я переключать камеры, из-за этого половина этапа пива не доехал. Тяжело, да. Дрифтит, да. Game over. Get ready. Race for the top position. Ну вот, да, тот самый режим игры, когда Outrun превратили просто в классические гонки, добавив к этому время. Причем по хардкору заставляют стартовать всегда с последнего места.
тяжело, когда впереди идущие автомобили едут намного медленнее тебя. Такие препятствия очень сложно обгонять. Ну вот, первое место. В общем, пока я сказал про первое место, из-за задержки получилось только в тот момент, когда этот красный автомобиль уже опять вернул свою позицию. Ну вот надпись внизу от времени Slipstream по-английски, в принципе, должна быть знакома всем, кто более-менее серьезно увлекался гонками, трансляциями. То есть это тот момент, когда ваш автомобиль попадает в так называемый воздушный мешок от автомобиля, который впереди. Поэтому за счет этого скорость увеличивается и существует вполне реальная возможность обойти по скорости соперника, который едет впереди тебя. Это достаточно распространенный прием обгона во всех гонках без исключения. Get ready. Race for the top position. Я так понимаю, что здесь что-то вроде чемпионата, несколько этапов. Ох, какая была авария небольшая. Трасса достаточно широкая, да, вот вовремя среагировала сейчас. Во время перед развилкой. Трасса широкая, что позволяет достаточно комфортно обгонять. А проезжая впереди идущие автомобили, чего не скажешь, кстати, о классическом Утране. Там трасса недостаточно была широкой, и было сделано все для того, чтобы во время обгона можно было так легко врезаться в препятствия, которые стояли по бокам трассы. Здесь же у нас просто шикарный простор оперативный для обгонов. Есть где развернуться. В прямом и в переносном смысле, наверное. Чем-то вот я сейчас сидел и думал, что же мне напоминает эта игра, вот такая динамика, бешеные вот эти вот гонки, просто сумасшедшие, даже не Need for Speed классические, а скорее всего вот кто играл на приставке, может быть, или даже уже на компьютере, эта версия для PC тоже была, Crazy Taxi, чем-то вот напоминает, вот динамика этой игры напоминает динамику Crazy Taxi. Там, конечно, чуть-чуть все это было более динамично, но в общем и целом вот почему-то напомнило именно ту игру. Ну, может быть, и потому, что и та игра, в принципе, одной рукой аркадного типа, да. Кстати, потерялась где-то пассажирка его, не знаю.
Может быть, как и в предыдущих версиях Прана, она пересаживается из автомобиля в автомобиль, а туда, скажем, к тому гонщику, который показал или лучшее время, или лучший результат. Такая любопытная деталь. Сохранили классическую тематику, Аутрана, пляжные темы, шум моря здесь сделан. И музыка, я вот рассказывал об этом в первом самом выпуске фастфуда, музыка в стиле такой пляжных мелодий, достаточно популярных в конце 80-х, середине 80-х, то есть в то самое время, когда впервые на аркадных автоматах вышла самая первая версия Аутрана. Ходила она на Sega Model, и в свое время, конечно, был достаточно такой революционной гоночной игрой. Поэтому в этом смысле очень любопытно проследить эволюцию гоночной серии этой. Тут сейчас на обочине заметил щиты с рекламами AMD, Vodafone, Shell. И это вот было, да, интересно просто, насколько, видимо, с стороны все-таки можно посчитать указанные фирмы, компании. И зря они, видимо, здесь прорисованы. Достаточно красиво. Тут вот море, даже на эмуляторе оно есть. Я знаю, что на приставке оно, наверное, выглядит вообще шикарно. Это PlayStation 2, не Dreamcast. Да, это эмулятор PS2. Получилось застримить у Пио на живом железе, на живой приставке. Поэтому с большими трудностями со вчерашнего дня все-таки удалось им запустить. Мы сегодня наслаждаемся, вот уже полчаса где-то наслаждаемся видами Аутран 2006 на PlayStation 2. Такой небольшой бонус, дополнение, наверное, к начатой в выпусках подсуда теме знаменитой гоночной игры, гоночной серии Аутран на Сеге. На сегодняшний стрим, наверное, все-таки нужно будет добавить в копилку фастфуда. Скажем так, наверное, в рамках что-то вроде вне эфира. Причем вне эфира достаточно любопытного, потому что вроде бы и Аутран, вроде бы я комментирую, но играет у нас Пио, поэтому такой, можно сказать, кооперативный бонус для фастфуда вышел.
я думаю, мы сегодня, в принципе, как он, даже я не знаю, как это, врезался, футболил, что ли, наверное, придал ускорение. На стриме задержка идет, комментарий. Мост мне нравится, он напоминает мост из Virtua Racing. Там была такая трасса, похожим мостом. Это тоже Sega. Get ready. Тут старт уже 12 позиций, я смотрю, заметно усложняется игровой процесс, хотя бы так. О, ну да, Outrun прилично так кушает ресурсы процессора. 71 градус с один водяным охлаждением. Ну, мы, в принципе, уже сегодня видели, наверное, все, что можно посмотреть в рамках данной игры, впечатления составили. Это больше получаса прохождение точно длилось, поэтому если имеет смысл не напрягать процессор лишний раз, то я думаю, что мы впечатление составили о сегодняшней, на сегодняшнем стриме вот этой версии Outrun, и в принципе особых минусов назвать очень трудно вообще. Понятно, что это уже совершенно другое. Полностью путь первый пройти. Но я к тому, что заметна эволюция, конечно, самой гоночной серии налицо. Без этого никуда. Трудно, совсем нелогично было бы, наверное, останавливаться на старых достижениях. Понятно, что, может быть, поклонники гоночной серии этой ждали чего-то такого классического. Консерватизм в данном случае совершенно неуместен, поэтому игры с увеличением мощности и возможностей консолей игровых, понятное дело, должны эволюционировать, развиваться. Поэтому в данном случае развитие Outrun, вот на примере данной версии PlayStation 2, Outrun 2006, что игре только на пользу, я считаю. Вполне возможно, что поклонники там ярые такие гоночные серии могли критиковать за что-то эту игру, версию, но в общем и целом я считаю, что достаточно удалась эта версия для PS2. Играть можно, нужно, интересно, зрелищно, ярко, красочно, увлекательно. Не только по уровню графики, но и, видимо, по уровню геймплея тоже. Уже упоминал я про нововведение, наверное, Outrun, это дрифт. Поэтому тут можно только за это поставить уже жирный плюсик разработчикам. Вроде бы такой мелкий незначительный момент, но в то же время он значительно улучшает зрелищность игры и увеличивает интерес от прохождения этих трасс. Get ready. Race for the top position. Так, а тут смысл-то в чем? Пройти
первый путь, тут идет именно гоночный режим. То есть здесь как-то они как чемпионат, что ли, разбиты трассы или просто отдельные гоночные этапы? Вот эту трассу городского типа я уже помню, она была раньше. Разбита она, кстати, на 5 частей, но у которых тоже, кстати, по-моему, развилки присутствуют, если не ошибаюсь. Поэтому даже вот в этом гоночном режиме пытались сохранить общую концепцию игры, что, естественно, тоже плюс. Вроде бы как и какие-то новшества, нововведения ввели в игру, но в то же время пытались сохранить классический стиль Outrun. Енот 147 в чате дает ссылки на ПК-версию Outrun. Выпуска 2006, все правильно. Красивый, прорисованный, такой мощный, величественный. Вообще по графике претензий вообще никаких нет. И быть не может, наверное. Дель сделан тоже неплохо. То есть присутствует разнообразие декораций. Это тоже своего рода очень-очень серьезный плюс игры. Из минусов мне трудно что-то сказать, потому что минусы, наверное, здесь могут быть именно по управлению, по самому геймплею. Судить мне трудно, но вот то, что касается внешней стороны игры, именно графика, картинка сама, качество, то тут только плюсы. Совсем не соответствует гоночному экшену та мелодия, которая играет, не знаю, но, по крайней мере, мне кажется, что не очень соответствует. Этот остров Пасхи отлично, кстати, сделан, просто шикарно. Жаль, нет возможности задержать взгляд на этих вот прорисованных истуканах,
Ну, это просто здорово. Да, Остров Пасхи был в третьей части Outrun, Outrunners на Сеге. Поэтому тут особо ничего не придумали, но вот красиво нарисовано. Ну да, это гонки. Ничего удивительного нет, что если в конце могут обогнать, не все провалены, кстати. Get ready. Как и сейчас мы ждем, я так понимаю, ПК-шную версию Outrun'а, да? Вообще, вот в плане музыки, наверное, здесь все-таки вот первый минус, который я вижу в этой игре. Не второй, я вот потерял им счет. Но минус точно в том плане, что подбор музыки здесь совсем не соответствует динамике игры. Если делать качественную какую-то соответствующую гонкам музыку, то она должна быть в первую очередь инструментальной. Редко, когда песня, мелодия с текстом и с голосом будет подходить под гонки. Обычно всегда это инструментальная версия. Это, ну вот от меня по части музыкального сопровождения, конечно, я бы поставил бы минус. Но это никак не повлияет на общее впечатление об игре. Ну, какой-то, в принципе, отключить, наверное, можно. И подключить оригинальные мелодии с Outrun'а первого. Причем вот мелодия, которую женщина поет, она, я не знаю, как даже она сама ее запоминает, совершенно безликая какая-то, потому что это ни о чем. К сожалению, не знаю, что это за песня. Предполагаю, что это должно быть более-менее известное, но тут я обессилен. Ну, пиво любит дрифтовать, он признавался перед началом стрима, поэтому вот игра как раз попала ровно в цель для любителей дрифта. Здесь есть где развернуться. Чё-то, где развернуться в прямом и переносном смысле, что тоже очень существенно. Висят на хвосте, не видно особо так нам на этой камере, но чувствуется, что едут сзади прям соперники. Нет, ну многие игры славятся дрифтом, но я к тому, что
по части Outrun, это большое нововведение, потому что в предыдущих версиях как-то обходились без этого. Удивительно, она поет уже минут, наверное, 5. Причем постоянный какой-то текст идет, очень сильно раздражает, не знаю, как кого. То, если кто-то сможет запомнить эту мелодию, это будет большущим достижением. Но туман очень красиво сделан. Он прям так вот чувствуется, как стелится по асфальту, очень низкий. И даже когда не играешь сам, обращаешь внимание на такие вещи. Понятно, что когда ты как бы за рулем, не обращаешь внимания на такие мелкие детали, но вот смотря все это как какой-то мультик или трансляцию, как угодно это можно назвать, невольно обращаешь внимание на такие вот мелкие детали. И очень-очень, конечно, впечатляет. Вот те самые дома, которые были в классических версиях Outrun'а, они так, там стояли очень близко к дороге и служили своего рода такой ловушкой. Здесь немножко демократичнее сделано, но опять-таки сохранили вот эту всю концепцию. Интересно даже, а реально ли пройти поворот, скажем, не дрифтуя? Пошли перед самым финишем. Ну, классический вариант. Ну, значит, это только подтверждает мысль о том, что дрифт сознательно был заложен здесь разработчиками как один из неотъемлемых вариантов пилотирования автомобиля. Для тех, кто заинтересовался музыкальным сопровождением, саундтреком, то вполне реально в интернете достать саундтреки к игре Out 2006. Кто очень сильно заинтересовался, тот может послушать не только ремикс на классику, но и найти вот эту самую плохо запоминающуюся мелодию, которую женщина поет. Я не знаю, может быть, это у меня, но звук есть, гонка идет, но экран черный. А вот сейчас появилось изображение после паузы. Классическая мелодия звучит, ее очень приятно услышать. А самая мелодия, которая в Outrun'е самой первой части. Его вчера можно было на фастфуде услышать в исполнении
портативной игровой консоли Sega Game Gear. Даже просто помолчать, послушать классику. Впереди анонсируют участок «Замковая стена», тот как раз-таки участок, про который я говорил, особо отмечал, что вообще детализация, прорисовка невероятная, очень красиво сделанный замок, большой, с длинными стенами, высокими. Понятно, что все эти декорации идут прямиком из третьей версии Outrun, если наверное быть точным. Там присутствовали очень разнообразные трассы самых разных уголков планеты. Поэтому они, видимо, перекочевали в эту версию Outrun, претерпели значительные изменения в плане графики, но в общем и целом, опять-таки, линия та самая сохранилась. Ну, наверное, когда в каком-то выпуске фастфудом, 10-м, 15-м, может быть, мы сделаем полную ретроспективу всех, абсолютно без исключения, версии Outrun'а на разных платформах игровых, начиная от аркадного автомата и заканчивая, наверное, PlayStation и компьютером. Обязательно, наверное, такое нужно будет сделать. То есть в тот момент, когда мы и в рамках фастфуда, и в рамках вот таких вот внеэфирных выпусков играем самую последнюю часть Outrun'а, и после этого не останется больше ничего, во что можно было бы поиграть. Поэтому будет, наверное, такой ретроспективный обзор. Это непонятно, почему сейчас гонка остановилась, или это финиш уже был? А, вот оно что. Ну, понятно. Еще один элемент достаточно любопытный внесли в игру. Чат не виден, поэтому я зачитаю. Говорит, кто первый склеит тёлку, тот и победил. Был такой момент во второй части Turbo Outrun, когда твоя пассажирка пересаживалась в автомобиль к твоему сопернику, если тот приезжал впереди тебя. Я уже упоминал об этом. Такой элемент соперничества вот за счет этого был сделан. Черный экран показывает. Если повезет, то у нас такое логическое продолжение уже внеэфирного фастфуда сегодняшнего, можно так это все это обозвать. Версия Outrun 2006 на PC. Немного отдохнем, подождем минут 5, и если все будет хорошо, то можем увидеть еще один Outrun и сравнить его с версией на PlayStation 2. Пил подсказывает, что и даже не 5 минут, а всего лишь секунд 20. Я маханул, да.
Пи у нас в чате информирует о том, что ставит максимальное качество и просит ждать еще какое-то время, поэтому мы подождем. Сейчас так что-то прорвалось в эфир. Уже приготовился морально и смотреть Outrun на PC. Как уже русская версия. Звук игры очень громкий, наверное, будет, особенно с музыкой. Пока идет настройка. Возможность реально сравнить предыдущую версию на PlayStation 2 и аналогичную версию того же года на персональном компьютере. Это тот же Outrun 2006, только на PC. Предлагают по хардкоре повысить уровень сложности. Джойстик, клавиатура или, может быть, руль. Успокаивающие звуки моря в меню. Прямо так сидишь в наушниках, проникаешься этим звуком. Нельзя такое на ночь слушать. По меню, в общем и целом, игры практически идентичные, установили, только что-то быстро крутится. Причем на русский... Ой-ой-ой. У нас на стриме все очень быстро идет. Да, конечно, жесть. Sonic Outrun, да. Ждем, Пио обещает кое-что подправить и посмотрим, может быть, поможет это.
Подождем. Время у нас еще есть. Ну, вроде бы, нет, все равно. Мир бежит очень быстро. И... Ну и каков будет вердикт, интересно, по графике и по картинке? Потому что из всех присутствующих здесь только Пиво сам видел, как выглядит игра на оригинальной PS2. Поэтому достаточно интересно будет услышать мнение. Так, все ж таки, где же графика лучше, на PC или на PlayStation? Здесь на Full HD качестве графика лучше. То есть все-таки версия на... Для компа по графике лучше. Только на этом разрешении Full HD. А этого разрешения не существовало официально, понимаешь? Это сейчас просто Пивитуха берет, перерабатывает картинку и все это ужимает. Поэтому картинка получается красивая. Ну, собственно, сами все слышали. Наверное, тут и добавить больше нечего. Ну, я доволен сегодня. Я получил реально эстетическое удовольствие от того, что посмотрел хорошо знакомый мне, можно сказать, даже до боли знакомый Outrun на PlayStation 2. То есть практически такой first run, причем достаточно интересный в том плане, что, повторюсь, такой кооперативный режим прохождения у нас был, Пиво за рулем, в прямом и переносном смысле, а комментирую я, то есть такой необычный внеэфирный выпуск фастфуда получился, за что ему огромное спасибо, за то, что вот сделал такую экскурсию в мир Outrun'а на PlayStation. Я думаю, что этот такой внеэфирный выпуск, можно даже его назвать выпуск фастфуда, достоин занять свое место. Ну, я так понимаю, что у нас стрим на сегодня все. Еще раз большое спасибо. Наверное, стоит ожидать запись в группе ВКонтакте. Для тех, кто пропустил, сегодня будет и вполне реальная возможность посмотреть все это в записи и посмотреть, здесь действительно есть что, просто для того, чтобы иметь представление о том, как развивалась, эволюционировала данная гоночная серия сеговская. Поэтому всем еще раз спасибо. Спасибо Пиву и всем, кто смотрел, слушал. До новых встреч в эфире, на фастфуде и во время вот таких вот неформальных выпусков. Всем пока!